Машину разорвало пополам. ДТП произошло на Среднефонтанской, недалеко от железнодорожного вокзала. БМВ на большой скорости вылетел с проезжей части и протаранил столб. От удара машину разорвало на две части. Момент аварии зафиксировал видеорегистратор машины, которая ехала рядом. Все, он погиб. Он погиб. В результате аварии 34-летний водитель и 16-летний пассажир машины погибли на месте. Другие детали инцидента выясняются работниками полиции.